Ну, здесь? Смирно? Полицейские переходят на летнюю форму. Руководство Барвихинского отдела полиции вместе с представителем общественного совета провело осмотр личного состава. Проверили не только внешний вид сотрудников, но и служебные документы. Летняя форма одежды, должны быть удостоверения в порядке, все, жетоны, вот, форма. Тем более сейчас еще и коронавирусная эта вся ситуация, которая тоже вносит свои. Сотрудники должны быть в масках, перчатках, соблюдать полные все меры предосторожности. Тщательной проверке подвергли также служебный автотранспорт. Кроме того, участники инспекции осмотрели помещение специального назначения. Серьезных нареканий их состояние не вызвало. По словам Александра Ворошила, подобные проверки проходят ежегодно и помогают поддерживать дисциплину в подразделениях. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».